В этом году в Славянском районе первый раз в первый класс отправились более 1500 ребят. В городе за школьные парты сели около 1000 первоклашек. Среди сельских поселений больше всего в первых классах в станицах Петровская и Анастасиевская. С подробностями мои коллеги. В этом году после школьного праздника первого звонка в станице Анастасиевской состоялся парад первоклассников. 1 сентября здесь за парты сели 115 мальчишек и девчонок. Мы верим, что пройдет совсем немного времени, и вы, дорогие первоклассники, будете радовать нас своими успехами в учебе, в спорте, в искусстве. И, возможно, кто-то из вас пойдет по стопам наших знаменитых земляков. Родители, педагоги, да и просто жители с восхищением наблюдали за нарядными колоннами первоклашек, отправившихся в трудное, но такое интересное путешествие по дороге знаний. Мои дети идут в первый класс. Это уже мой третий первый класс. В этот раз я веду двойняшек, поэтому я понимаю, что это будет сложно. Но мы готовы, мы собраны, мы стараемся быть активными. Будем учить уроки, и я думаю, что у нас все получится. У меня дочка пошла в 25-ю школу станицы Анастасиевской, в 1 А-класс. Для нас это, конечно, уже не первый раз, это третий ребенок, но тем не менее эмоции, как в первый раз, мы так счастливы. Ребенок в восторге, встреча с одноклассниками, знакомство еще раз с учителем после летних каникул. Спасибо огромное руководителям школы за прекрасную линейку. Огромное спасибо организаторам за парад первоклассников. Это очередной праздник для наших детей перед таким трудным периодом и обучением. Первоклассников, а также родителей и педагогов с началом нового учебного года поздравили почетные гости. Представители поселенческой администрации, управления образования и духовенства. Ребята, я вас поздравляю от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синеговского, от имени начальника управления образования Елены Алексеевны Щуровой с сегодняшним таким прекрасным праздником, парадом первоклассников. Хочется пожелать вам, чтобы у вас были только одни пятерки, чтобы ваш багаж знаний увеличивался каждый день и с каждой секундой, чтобы ваши родители имели большое-большое терпение при выполнении домашних заданий. Ну и коллегам моим хочется пожелать только хороших учеников, послушных и смирных. С праздником! После напутственных слов юные виновники торжества прочитали стихотворение о школе. Мы теперь совсем большие, в школу мы пришли, и теперь никто не скажет, что мы малыши. Оставайтесь, куклы, дома, ухожу учиться в школу. Никогда тебе легать, книжки буду я читать. В знак начала нового этапа школьной жизни, который наверняка будет ярким и интересным, первоклассники выпустили в небо воздушные шары, а затем отправились в сельский дом культуры, где для них было подготовлено театрализованное представление по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».